Вы Леонардо да Винчи? Да, мессир. Мне сказали, что у вас невероятный дар, и ваша работа над крещением Христа превосходит самого Вероккьо. Что вы, я всего лишь ученик. Какая самая благородная цель, которую может избрать человек? Изучать растения и бесконечно сложный мир природы. Возводить здания для поклонения Богу. Я пишу не так, как остальные. И говорите не так, как они. Но одна цель стоит выше всех прочих. Нет ничего благороднее искусства. Признай, для тебя нет ничего важнее твоей работы. Мне нужен гений. Как вы? Хотите, чтобы я изображал Бога? Я предлагаю вам величайший холст вашей жизни. Люди делают ставки. Какие? Что ты никогда его не закончишь. Этот портрет переживет поколение. Какой вас должны запомнить? Это невероятно. Ты пробудил во мне чувства, о которых я не подозревал. Вы арестованы! Расскажи мне об этой женщине, Катерина де Кремона. Говорят, что ты отравил ее. Среди нас есть предатель. Если это так, мы найдем его. Хочешь на виселицу? Я сделал из тебя бога, Леонардо. Ты меня не бросишь. Мне нужны мифы и легенды! Только искусство может превратить боль и страдания нашей жизни в нечто прекрасное.